На следующий 2014 год, который объявлен Годом культуры, запланированы все полюбившиеся жителям области мероприятия. Кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало», Всероссийский гитарный фестиваль, книжная ярмарка «Умная книга» и многие другие. В ближайший вторник на заседании правительства обсудят госпрограмму по развитию культуры в Ивановской области. С уходом Михаила Меня культурная жизнь региона не скудеет, уверены в профильном департаменте. Позиция нашего руководства, временно исполняющей обязанности губернатора Павла Алексеевича, сохранить все по возможности, что имеет значение и для развития культуры, и для поддержки муниципальной и сельской культуры. На сегодняшний день, вот я с вами общаюсь, у меня уже мои коллеги в Москве, встречаются рабочие группы по подготовке международного кинофестиваля «Зеркало». Будем говорить, параллельно мы прорабатываем вопрос совместно с областной научной библиотекой, совместно с областным художественным музеем и с музеем нашим Юревецким, да, по уже работе Центра по изучению архива Тарковского.